Ну что, друзья, всем привет, дорогие подписчики. Приехал с разведкой в лес посмотреть своих красноголовиков, поляны. Есть небольшие вот здесь вот места, я знаю. Есть в том месте тоже поляны. Хочу проверить. Несколько мест, не так много, но они же все-таки есть. Если на своем канале рыбалка в Тагиле. Ну что у нас? В эти дни я уже, ребят, в том году собирал много грибов, но уже пару раз ездил на другие места, грибов не видел совсем. Видимо, поздно грибы у нас пойдут, ну почему-то в наших лесах нет. Вот так вот. И сейчас иду на другое место, тоже где я раньше собирал красноголовики. Хочу посмотреть, здесь появились они или не появились, зайти глянуть. Так, здесь все уже поломали. Так что давайте со мной вместе погуляем, посмотрим, прогуляемся и убедимся, есть у нас здесь грибочки или нет, или еще рано идти. Дожди обильные уже прошли, сильные, хорошие. Уже и земля прогрелась. Так что отправляемся в лес с вами. Тоже уже соскучился по грибам. Ботвы здесь много. Ох. Так. Клещей, наверное, тоже много, но вроде как обработался. Пойдемте смотреть. Нифига здесь ботвы, ребят, смотрите. Сколько, да? Я, видимо, здесь первую иду по такой ботве. Нам надо вон туда пройти. Так, ну что у нас? Встречает первая полянка. Вот такой вот осинник здесь. Ну, здесь бывает попадаются. Давайте здесь посмотрим. Вдруг нам удача попадет здесь что-нибудь найти. Будем надеяться. Ладно, ребят. Как найду грибы, вам обязательно покажу. Чтоб не тратить. О, смотрите, какой красавчик. Я говорю, как только найду грибы, и вам покажу. Вон еще один маленький, небольшой растет. Не зря я сюда приехал, да, ребят? Комаров, конечно, хватает. Вон сколько комаров. Вот такой вот красавец. Первый, 24-го года. Тихой охоты. Маленького тоже соберем. Ну что, будем надеяться, что еще будут грибочки. Даже думал, брать с собой ведро, не брать. Но небольшое взял. Видно, что здесь, ребят, мало кто ходил. Обычно, когда сюда заходишь, здесь прям все истоптано вообще. Все истоптано. Местные жители ходят здесь. Собирают уже грибы. Садоводы. Так, поблизости никого нету. Так, там поганочки у нас растут. Ладно, пойдемте дальше посмотрим. Ну, думаю, что это, наверное, еще не первый гриб. Мы еще с вами найдем грибочки в осиннике. Ну что, идем дальше смотреть. Где наши еще грибочки-то растут? У меня есть пару часиков, ребят, всего погулять. Приехал с разведкой. Ну вот, уже результат дал. Знать, что здесь уже появились грибочки. Уже радует. Уже можно спокойно открывать тихую охоту. Ну, я уже открыл. Один у нас есть. Посмотрим, сколько мы сможем сегодня насобирать с вами. Ну, а я, как всегда, вам желаю приятного просмотра, приятной прогулки со мной по нашим местам красивым, по нашим красивым красноголовикам. Ну, что-то я бы не сказал, что так много грибов. А может, уже кто-то ходил из местных, проверял.
собрал. Это уже свежие выросли. Все возможно. Потому что, вон, видите, трава немножко примята. Уже, видимо, кто-то здесь был до меня. Ладненько. Ребят, как найду грибочек, обязательно вам включусь и покажу. Хорошо? Ребят, пока ищу грибы, но пока не попадались. Но попались другие грибы. Помните, вам показывали кое-как увидел. Вон они. Тоже здесь цветы растут такие. На пеньке растут. Вон. Тоже выросли. Красавцы. Фу. А у нас по-прежнему, ребят, один гриб. У нас начинает опять. Я не знаю, вам на камеру слышно или нет. Опять гремит. Может, сейчас опять ливанет, потому что ливни сейчас идут у нас. Ну что-то, ребят, здесь не густо по грибам, я скажу. Травы много. Ну, вроде стараюсь просматривать. Но что-то не видно больше красноголовиков моих хороших, классных, красивых. Парочка попалась и все. Больше что-то я не вижу, ребят. Видимо, только-только, наверное, полезли. Я обычно... У нас сегодня среда. Ой, среда, говорю. Сегодня у нас вторник. Вот. А я хотел в выходные, в субботу-воскресенье ехать. Вот, наверное, как раз к субботу-воскресенье, наверное, полезут грибы. И пойдем с вами в выходные еще гулять. На наших местах. Ну что, продолжаем поиски дальше. Будем надеяться, что еще удастся нам что-нибудь найти. Где-нибудь наших грибочков-то. Ребят, спустя 20 минут обнаружил еще один грибок. Вот это находка. Ну, не красноголовик, конечно, но тоже хорошенький. Оп, ямочку закопаем. Смотрите, какой красавец. Чистенький, не поеденный еще. Ножика с собой не взял, конечно, потому что на разведку думал, вообще ничего не найду. Так что... Шляпка, смотрите, сломалась, пока бегал. Ну, не бегал, ходил. Так, ну что уже, а бабочка у нас есть? Здесь вот ближе, если туда не спускаться, там больше бабков попадаются. Я как бы про это знаю, но не очень хотел их собирать. А именно шел именно за красноголовиками. Ну, и по бабкам тоже пройдемся, посмотрим. А здесь кто у нас? Смотрите, в траве вообще его не видно. Вот она растет. Опа! Вообще его не видно было из-за травы. Еще один. Заберем. Может быть, и на жареху насобираем. Ну, смотрите. А бабки у нас, наши бабки, частенько начали попадаться. А вот что-то красноголовиков не видно совсем, ребят. Либо здесь два варианта. Либо местные ходят, тоже проверяют и уже собрали. И это уже новость. Да, растут. Ну или они только-только полезли еще. Потому что трава, я бы не сказал, что сильно помята. Вот. Что здесь не так много ходят. Только-только полезли. Ну, хожу вот, выслеживаю еще, высматриваю. А, и да, еще найду. Может, еще несколько красноголовиков. Ну, там еще есть поляна красноголовиков. Надо тут проверить будет. Сходим с вами. Так, посмотрим. А, ну, цель была красноголовиков насобирать. А не бабки, конечно. Ну, а бабки тоже хорошие грибы. Может, на жареху небольшую сковородочку и насоберем.
свежего урожая. Потом прогуляемся, посмотрим на другие места еще, ребят. Ладненько. Видите, травы здесь много, очень много. Приходится на камеру сдвигать, так смотреть. Наверное, чуть попозже надо, когда уже люди пройдут, все утопчат. Тогда будет проще искать нам. Там кто? Листик. Ладненько. Смотрим еще. Найду, покажу вам, ребят, обязательно. Ребят, вышел из леса, смотрите, какой гром. Все гремит. Но здесь ясно. А там вообще темные тучи идут. Офигеть. Ну что у нас? Два красноголовика и два бабка, да? Вот такой вот результат у нас. На момент вот этой полянки, да, проверил. Ну что могу сказать? Четыре гриба. Ну это не густо и не пусто, да? Тоже вроде как сезон тихой охоты открыт. Удачно с открытием меня. Ну а дальше больше будет, ребят. Сейчас идем смотрим другую поляну. Там еще есть 2-3 места, где можно посмотреть. А может и бабков. Там бабков больше попадается, чем красноголовиков, правда. Ну может и красноголовики еще есть. Там тоже поляна с красноголовиками еще одна осталась. Так что вот как-то так. Ну а скоро поедем еще в наши места, наверное. Там тоже скоро подрастут. Я думаю, к выходным, наверное, уже грибы полезут. Потому что у нас 4-й день уже ливни идут, потопы. Земля сырая в лесу, мокрая полностью. До этого неделя жары стояла, плюс 30 градусов. Земля напарилась, нагрелась хорошо. Так что должны, наверное, пойти. Вот, а возможно, скоро и белые пойдут. Ладно, отправляюсь, ребят, в другое место. Посмотрим, как там. Еще полазим чуть-чуть с вами. Ну что у нас, ребят? 4 гриба всего. Вот такая вот разведка дала. Ехал я именно на разведку по грибам. Так что вы все пишете, уже пора по грибы идти. Уже пора собирать. С вами согласен, что уже пора собирать. Но уже это уже, наверное, моя третья разведка, ребят. Хожу по местам, ищу грибов, просто не встречал еще. Это вот третья, наверное, разведка, как я приехал в лес проверить на другом месте, да. Ну вот, 4 грибочка удалось мне собирать. Так сказать, хотя бы открыть сезон тихой охоты, да? А дальше будет больше. Ну и пишите свои комментарии, ребят. Как вам такие прогулочки? Даже без грибов могу снимать прогулки, если вам интересно, как мы гуляем, как мы разведываем места, смотрим, ищем грибы. Вот. Просто я думаю, что просто так ходить по лесу, ну, не совсем интересное видео будет получаться. А когда что-то находим, грибы находим, более-менее как-то интересно, да? Смотреть ролики. Ну а сегодня у меня находка вот 4 гриба. Даже бабков, ребят, не видно. Подберезовиков, подосинников больше не встречал. Один грибок уже потерял. Шляпку. Ну а что, на этом ролике я буду заканчивать, потому что у нас сильно гремит. Черная прям туча идет. И пока сильный ливень не пошел, буду потихоньку собираться. Домой, наверное. Проверюсь на клещей, конечно, обязательно. Берегите себя. Не забывайте средства защиты, когда ходите по грибы, либо по ягоды. Ну, а я с вами буду прощаться. Возможно, еще выходные съездим. Еще раз посмотрим грибы. Может, уже через дней 5 уже полезут. Обязательно встретимся на другой грибалочке, ребят. А я с вами прощаюсь. Всем пока.